Так, прибули по адресу. Проходимо все в городі Мадрид. Hello? Hi. Yes, hello. Okay. It's us. Okay. Какой говорит этаж? Туру-дуру. Ту-ту-туру. О, какие ящики у них почтовые, смотри. Нет, пешком на пятый этаж, что-то сейчас не прикольно как-то. Сумками идти. Без сумок еще можно прогуляться. Вон здесь объявления какие-то висят у нас в подъезде. Авизо. Авизо у них здесь. Туру-дурум, ту-туру-турум. Туру-дурум, ту-туру-тум. Что, не работает? Все, оказывается, вызывать вот эту кнопку. А ты какую нажал? Ну, вот эту, чтобы поехать вверх, да. Но не нажимается. Ага. Что ж, поедем тогда так. Туру-дурум, туру-ту-тум. Лифт такой трехчасовой, я так понимаю. А еще такой заходишь, потом открывается дверь. Да, сюда мы еще влезть. Сейчас, секунду. Мне же потом еще выходить отсюда надо. Первый раз в неделю еще должен закрыться. Ага. Да, сложно. 225 кг. Максимальный груз. Ох, жизнь моя же туха. В центре Мадрида, да, мы, друзья, сейчас сняли комнату у женщины на пару дней. Пока на пару дней. За 20 евро. За 20 евро в сутки. Сюда. Должно быть так. Скорее всего. Так, взял вот такая комната. Я думаю, сразу пойдем на улицу. Только интернет у него ключ возьми и пойдем. Такая вот. Палаточка наша. В общем, друзья, вот такая вот комната. 20 евро в сутки стоит испанский язык, если кто хочет учить Мадрид. Вот. Хорошая, как вы видите, хозяйка. Вот, объясняет там про кухню, про все, микроволновка. В общем, все говорит, есть.
сколько я слышу. Кстати, старые окна, давно я не видел вот такие вот окна. Так. Точно, вообще старые окна открываются. Ага. К сожалению, вид сейчас здесь не виден. Но этаж пятый у нас. Завтра, да, Всевышний, друзья, я вам покажу все, что здесь творится. Пока же буду выключаться. Смотрите, Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию.